Третий день соревнований. Сегодня самый горный этап. Будет два перевала. Первый 1186 метров. И второй 1379. Дистанция 122 километра. Старт, как обычно, в 9. Сейчас 8:12. Погодка, как всегда, свежо утром. Дождя нет. Обещают дождик где-то ближе к 12 часу. Надеюсь, что мы все-таки под него не попадем, потому что спуски будут сегодня очень скоростные, поэтому дождик ни к чему. Опять видеорепортаж с первой горы. 1180 метров над уровнем моря. Я отобрался в одну из первых групп. Может быть, вторую, может, третью. Вот здесь человек 80, я думаю. Вот. Все пока что улыбаются. Say hello. Едем дальше.
последние километры второго подъема, но это очень тяжело. Максимальный градиент 14 градусов, я видел. Вот ноги уже не едут, но мы стараемся, еще чуть-чуть и вершина. Go, go, go. How you feeling? No comments. Меня кто-то добирает, сейчас обойдет. Вот так. Горы — это круто, но тяжело. Руслан на гонке, я тут нашла себе небольшой серпантинчик, 12 километров, градиент порядка 12%, постоянно держится. Вот такие виды, не знаю, видно или нет, в общем, внизу там озеро. Вот. Я проехала километра 3, наверное, мне еще 10 впереди, не знаю, успею или нет, поэтому буду стоять по времени, вот, нужно еще успеть на финиш. Виды здесь просто обалденные, очень круто. Класс. Я финишировал самый тяжелый этап. Проехал за 3.58-3.59, посмотрим. Среднее у меня получилось 30. Эти два подъема — это просто ад. Вот, вначале сразу валил, чтобы хотя бы сесть в группу B. И у меня получилось, вроде много людишек обошел со старта. Вот. Ну а дальше уже смотрел по самочувствию. Первую горку тоже валил, вторую, ну вторая горка — это просто жесть. 12-14%. И спуски — это вообще просто. И раз чуть не вылетел, повороты почти на 180 градусов. И, конечно, нужно еще учиться даунхиллу. После финиша решили все-таки взять пасту, макарошки с томатами и оливками и чуток пармезана. Очень вкусно. Ника, началка. Ходили мы, оказывается, возле дома есть территория, которая принадлежит нашему отельчику. Один из наших владельцев нашего отеля, он, дедуля, уехал на газонокосилке. Очень приятный мужик,
Короче, мы намутили лодку. Есть сапы, лодка, надувной круг, лежачки. Поэтому мы отправляемся в путешествие по озеру Осиах. Вот наш транспорт. Я, наверное, не полностью упоролся сегодня, поэтому еще поработаю руками. Вот так открываются ворота. А тут два весла, да? Да. Сейчас поплывем. О, друзья! А куда ты сел, не той стороной ко мне? Ну что ж, поехали в раунд-трип по озеру Осиах. Весла. Так, только вспомнил, как. Опа, вот так. Так, подожди, вот так. Короче, 500 евро мы платили не зря, оказывается. Можно на середину озера. Нужно работать женщинам. Я себе отдыхаю, а Вика мусолит эти веса уже. Целый час, пока я спал. Недорого берет за макароны и кусок хлеба с водой без сахара. Так, Руслан везет нас домой. Ты откроешь мне дверь с той стороны, а я заеду. Попробуем так. Так надо пробовать. Сейчас деду сломаем все. Смотри, ты... Ювелир. Веслом открой. Возьми весло и открой веслом. А ну что от меня? Подожди. Ой. Ой. Подожди, весла надо ж поднять. А, да, нормально? Да. Ну что ж, спасибо деду за такую возможность поплавать на озере. Завтра мы возьмем сапы и будем учиться сплавляться на них. Сегодня посмотрим туториалы от Замана Егора. Сергея. Мистер Коуч, привет. Так, в магазине накупили кучу вкусняшек. И давай складываем. Ой, солнышко сидит. Харибушки. Ой. Только вот такие. Милка, мой нежнейший шоколад. Супер. Вкусный шоколад, кстати, очень отличается, да, от нашего, реально классный. Фиёк молотый будет, у нас есть кофемашина, будем теперь бодяжить. Я не знаю с название, мальчиком. Но очень знаменитый турецкий мальчик, там шапочки нарисовали. Турецкий? Ну что, в Австрии купили турецкий нет, кофе? Нет, ну типа не этот, шапочка такая, как, короче. Какие-то... Это, блин, попробуй. Окей, попробуем. Бананчики,
сахар и все, и помидорчики. И самое главное. Fisherman's Friend. Так, сейчас у меня сидит батарея. Самое главное это Нутелла. А еще и сахар. Вот такой. Сахар. Короче, значит одну штучку. Подожди, попробуем. Одну. Они, наверное, слишком вставляют. Мне давал такой с работы один наш итальяшка пробует. Да, ой, надо выплюнуть. Класс, да? Вот, ну, будем сейчас юнайтиться. Вот, так называется. Мне скинули, очень кстати, популярное. Да, мне скинули видео с дрона, с тура Галичины, со второго этапа. Я уже думал, не дождусь, но спасибо. А, есть материал, поэтому будет, я думаю, классное видео. Я никак не доделаю, времени нет. Хочется и погулять, и отдохнуть, и все, и не завтра не нам надо обязательно кое-что сделать. Что? Поменять деньги. Потому что мы сегодня отдали последние еврики. Покататься на сапах. Так, ребята, ну что ж, наверное, сегодняшний день мы будем заканчивать. Не забывайте подписываться, комментить, лайкать, скинь спиннер. Ваш, как обычно. Увидимся. Пока.